Отставить сопли, нам пора за дело. Открывай. Она что, сама не может? Это же ее свинья. Эй, Изума, а помнишь, когда мы впервые появились? Да, мы были инспекторами на экзаменах Чунина. Перед первым тестом мы немного напугали ребят. Эх, круто было. Потом мы были секретарями. Сразу после того, как пришла пятка, она взяла нас за наши успехи. И не только за них. У нас была миссия, где мы достали эти книжные шкафы. И мы таскали ее документы. И даже подбирали вещи, что надо сама выкидывала из окна. А теперь... Помыть тон-тон? Знаешь, я только что понял, что мы были для пятых всего лишь слухи. Катецу, не вздумай заканчивать это предложение. Иначе кто-нибудь услышит, и нам придется мыть не только свинку тон-тон, но еще и то, что она с собой оставляет. Изума, Катецу, у меня для вас еще одно поручение. Кажется, я не вовремя.